Я спешу посмотреть на это чудо. Вон, я вижу. Я вышла из отеля. Это наш бассейн, сейчас покажу. Боже, посмотрите, это вообще как это называется? Это вообще законно быть так волшебно. Просто раз, два, три. Это невероятно, это божественно. Это наш двор. Вот такой, девочки. Смотрите, какая сказка. Неописуемая. Пока я дошла. Божечки, я это вижу. Какая красота нереальная. Вы посмотрите. Они сейчас вот тут присадят. Офигеть. Но я завтра все сделаю заново. Все равно красиво. Пока фоточку с желанием делать не буду, потому что их очень мало, поэтому мало желаний исполнится. Ждите, когда я буду полна сил и энергии, чтобы зарядить эту фотографию на исполнение самых заветных желаний. Сегодня у нас позируем. Light day, сейчас пойдем завтракать. Тренировочка будет вечером, такие сумасшедшие у нас день. Вот, и поедем на экскурсию. Здесь своеобразный стиль, и все отели и гостиницы сделаны в своих предпочтениях, вкусах. Вот так вот. Мне очень нравится. Все такое каменное, интересное, в ярких красках. Что из этого места? Религиозно значимое место. Экскурсия. После этого вернемся к тому, что у нас сегодня праздник. Вот Антайрам. Попали. Смотрите, какая красота. У меня что не сторис, у меня какая красота, где бы я ни была. В смысле, там не это голубятня? Офигеть. Пойдем спуститься вниз. Я вам получится покажу. Я как голубь. Полетели, не успели. Сейчас буду искать локации, где лучше сделать крутое фото. Наши предки высекали. Высекали. Высекали голубятни. Снять семечки, кормить голубей. Какие-то ритуалы. Пока не поздно, жизнь прожигает тупо для нее, как воздух. Держи крепче мысли, тебе калечат. Просыпайся утром, ожидая вечера. Держи ее за руку, пока не поздно. Жизнь прожигает тупо для нее, как воздух. Держи крепче мысли, тебе калечат. Просыпайся утром, ожидая вечера. Там. Ой, надо шарики купить. Смотри. Надо сходить это за деньгами, шарики купить. Надо мог по-любому купить. Не берем две ленты. Я розовый. Вы желаете розовый? Розовый. Две розовые? Да. Ну, такую. Давай вот здесь, вот, чтобы можно было сфотографировать. Так, где локация? Сейчас, подожди. Отпусти. Здесь нормально?
Да. Да? А, ну что ты думаешь, ну если никого нету, мы с тобой фотографы решили не брали. Значит, нет. Да нет, я просто вопросы такие, ну как бы. Загадала? Şey, halacığım, hem böyle götürürüz. Загадали. Сейчас, подожди, у нас совместное желание очень сложно. Вот, совместное желание. Мое желание не состыковывается с твоим, пока я не хочу спрятаться. Загадала. Может, она немножко пошловато. Зачем? Вот видишь, тут уже желание сбывает. Попасть на чистый тур с Викой. Такое желание сбылось. Линчик. Мое думает, что расслабься, бросайте соревнования, херня не страдай. Живи счастливо. Страдай. Только... Да, тут народу много. Один район. Это не один дом, это район. Это кусочек, скажем, подземный район. Подземный город, это большой муравейник. Во всех смыслах подземлёный. Любовь, любого на... Сова? Я люблю. Там все стоят. Это все сыпется, не продохнешь. Сезона дождей. Ребят, вот вам здесь они были из виноградной лозы. Будьте здоровы. Винный горшок. Вот. Смотрите. Да они тут жили? Да. Но это кухня. Ребята, обращайте внимание на потолок. Копоть действительно многовековая. Вот такие кухни на территории подземного города порядка... Это они готовили по этому копоть? Да. Вытяжек-то не было? Да. Это напоминает... С тушеным мясом, слышите? То есть при вас отрубают горлышко этому горшку, выливают на мясо в тарелку. Попробуйте, как готовились вот такие чистые там за мясо? Баранина, говядина с овощами тушеная. Как их готовят? Вот такие. Это все у нас вытаскивали. А здесь готовили мясо? Нормально такое. И, конечно же, по-моему, якинику. Там фасоль, вот образом натыковали в отверстие горшки для приготовления. Что только не придумали. Ну, как она называется? Все поняли. Вулканическое по происхождение, закон биологов, я говорю. То есть, внутри по-любому присутствуют какие-то пустыри. Понимаете? То есть, нормальным людям, зачем ребята с крестьянами, крестьяне, зачем нам допрашивать кому-то? Вот только посидеть нас не различают, нас и никто не различает. Правда, Россия с Украины, как девчонки, да? У нас такой мешок, можно было не просто траву, монаха целый лоб посадить, да? Огромные мешки. Идем... Обратите внимание, дышите, правильно вы идете. А тут больше никуда. Как будто есть пути. Тут куда? Направо, наверное. А, нет, нет ее. Пещера. Тут нету поворота. Просто. Да, мы как. Мне даже нагибаться не надо. Сделаем. Я что? Я за нюху забыла, что шутка. А, да? Там группа. О, прикольно, смотри. Какие-то из глуши такие, друг с другом. Представляете, как оно? Да. Но они его засыпали, чтобы не засыпали. Любопытно, что много, да? А это был колодец, который использовали раньше? Да.
вулкана. Где мы сейчас с вами останавливаемся, это обочина вот этого вот кратера. Вот видите, боковинка. Вот единственное пустое место. Девочка на танцполе, голову обезболь, ровно по половине, мне он новые глаза. Девочка в серпантине танцует в каблуках. Такая красивая, с тобой обессилен я. Ведь нежность нам не нужна сейчас. Но в твоих глазах искренность, и она непонятна, ведь ты у меня на час. Я такая в белом, но не для меня. Вся такая в платье, красивый день это дня. Делаешь мотивы, дамы в жизни моей. Делаешь мотивы, но все хотят веселей. Вся такая в белом, но не для меня. Вся такая в платье, красивый день это дня. На Бали, конечно, покруче, типа, такого места. Но... А? Ну, есть на Бали, типа, нет, такого места, но, блин, все равно офигенно. Ребята, а? Наша экскурсия еще не подошла к концу. Нас привезли на обед вот в такое замечательно красивое место, просто волшебное. Смотрите, как здесь необычно, такие домики, такая атмосфера. Очень-очень нам нравится. Ресторан на воде. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, так мы и живем. И тут фитнес-тур она свой. И тут фитнес-тур. Нет, я надо было прямо отсюда выйти. Из домика давай. И в домик ушла такая, знаешь. Давай, домик, домик, домик. И кушать, на. Ты в это вкладываешь определенный смысл. Коуч. Ты определенный что-то в этот момент определенное испытываешь, то точно такие же эмоции. Я буду бегать и фототься. Но эмоции он эти вкладывает в боль. Да, да, да. Суп 3. Yes. Пускай 3 будет. Кими? Ми. Это чуть-чуть? Мне кажется, что он с маслом. One more. А? А? Но too much. Последний раз Вика, ну, как будто поднесла, сказала Максим, ну, как бы, ну, что...